Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале «В саду или в огороде». И сегодня я буду готовить еще одну заготовку, потому что сейчас очень много огурцов, но огурцов уже таких нестандартных. И, в общем-то, жалко, когда они пропадают. И, ну, зима, как говорится, все съест. И я готовлю вот такую заготовку. Это огурцы в томатной заливке. Делается она очень довольно-таки просто. Сначала что нам потребуется? Это, конечно, банки. Банки, так как они будут стерилизоваться, их просто достаточно промыть. На литровую банку я беру несколько перчин горошка черного перца. Беру лаврушечки, один листик достаточно. Зонтик укропа. Так. И два зубчика чеснока. Чеснок, как всегда, режу довольно-таки крупно. Вот так. Два зубчика чеснока. Как я дальше поступаю с огурцами? Огурцы идут, ну, любые сюда. Даже если огурцы у вас переросшие, достаточно просто удалить семена из огурцов и порезать их, ну, на произвольные вот такие вот бочонки, ну, будем говорить, бочонки, да? Вот, беру вот так, но у меня, видите, хотя крупный огурец, семян практически нет, я их разрезаю вот так на 4 части и заполняю банку. Даже вот такие вот, как я их называю, крючки, огурцы, они сюда вполне, как бы для этой заготовки, они вполне подходят. Вот так режем на брусочки. Опять-таки, я что хочу сказать про заготовку, про эту заготовку. Вообще про заготовки, которые я вам всегда даю. Я всегда вас предупреждаю, потому что у всех разные вкусы, да? У каждой хозяйки свои премудрости, каждая хозяйка по-своему готовит. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Поэтому, когда вы видите новый рецепт, а все равно где, у меня или у другого блогера, никогда не делайте сразу много заготовок. Попробуйте, оцените. Если он вам подходит, значит, на следующий год вы уже сделаете заготовок побольше. А так не спешите. И еще хочу сказать по заготовкам. Многие пишут, что вот, допустим, вздулись банки или что-то там, и взорвались. Вы знаете, никогда не надо говорить, что это плохо рецепт. Я всегда ищу в себе ошибки, что-то я плохо сделала. Ну вот так. Баночку я заполнила огурцами. А теперь мы их отправим на сухую стерилизацию. А сами займемся приготовлением маринада. Огурцы в банке находятся на сухой стерилизации. То есть, вот видите, банка без воды, без жидкости, без всего, без соли, без сахара, ничего нет, только специи и огурцы. Все это вода, с момента закипания воды в кастрюле, огурцы стерилизуются в банке 10 минут. Пока огурцы стерилизуются, мы займемся приготовлением маринада. На 1,5 литра воды идет 250 миллилитров сахарного песка, 1 столовая ложка соли, довольно-таки с большой горкой, высыпаем, и 200 грамм томатной пасты. Почему именно томатной пасты? Потому что, знаю, поступит вопрос, можно ли сделать свой томатный сок. Вы знаете, это уже просто надо будет снять видео, это совершенно уже другой рецепт. Этот рецепт именно с томатной пастой, но ни с какими, ни с кетчупами, ни с томатным соком, а с томатной пастой. Добавляем в маринад 200 мл 9% уксуса и доводим до кипения. Наш маринад, мой маринад, готов. Он, вот видите, вот такой вот довольно-таки концентрированный. Теперь остается только залить огурчики и закатать. Воронкой не буду пользоваться. Вот так. Берем аккуратно.
Вот еще одной заготовкой я поделилась с вами. И просто хочу сказать, что все заготовки проверены мной. Я не даю случайных заготовок. Если я даже что-то и нахожу новое, я всегда обязательно пробую заранее. Это, естественно, проходит год. Я делаю какие-то свои добавки. А вот потом я уже, конечно, делюсь этими заготовками с вами. Так что приятного аппетита, хороших вам заготовок, отличного настроения, богатого урожая. А с вами была Юлия Меняева на канале «Высадули в огороде». Пока!